Прошла. Камера выключена, но Нива пролетела. Все стоят, очкуют. Вон тут много машин. У нас небольшой завтрак. Смотри. Крутяк. Чуть-чуть назад и вперед. Не, копнул лишнее. Смотри, она на блоках, да? Нет. Так как нет? Ну вот так. Я слышал что-то с... Ну, может, самоблок сзади, но я не слышал. Ну, типа разблокировка или... Ну, мне кажется, нету. Не, подсела. Первый раз сегодня подсела Нива. Мотоциклист пришел снимать нас. А, оборвал передок, понял. Передок не работает? О, начались. Выбило просто. В Ниве нельзя ничего оборвать. Нет, что-то рывками, типа, работает. Слышишь, и хрустит. Выехала. Или раз... Ого, Лёня. Показывает как... превосходство, да? Да. Жесткий. О, да. Спасибо. И что? Ха-ха-ха, там, где Нива не проехала, самурай тоже застрял. Вот вам и все. Или проедет. Не, надо подальше ему сдавать. Все уже. Все, да? Ну да, уже. Давай, до свидания. Не, на разгон. Не, уже копнул, понял, уже выехать. Там, кстати, не может. Глубоко. Глубоко. Не сдается, но. Да. С лебедкой. Выскочил. Так, серьезная машина. Да, правда, проехала, да? Не, ну в ту сторону все проезжают, ну, вот назад. Там выход плавный, да? Плавный, да. А сюда типа чуть под горку. А он куда-то пошел по круговому маршруту, видишь? Ну, Great Wall, видишь, едет. На Макдрайв, прикинь, заехать этой бандой. Вместе с Лимоном. Мы едем в Макдональдс тоже. С Русланом. Так. Банда поехала. Ну такая нормальная у нас покатуха сегодня. Слышь, я на горе стою и показываю, какие машины. Ассортимент, если только Нивы повторяются. Остальные все разные полностью. Так даже Копяты есть, прикинь, Шевроле. Серега приехал, красавчик. И дубасит, блин, по беспределу. И рам. Все есть, короче, сегодня. Хороший день. Говорю, даже солнце опять вышло. Слышь, солнце строго выходит по субботам, когда мы на оффроуде. Вы заметили? Да, неделю пасмурно. Да, неделю мряка, дождь. Как под заказ погода. Такое ощущение, как будто весеннее уже, да? Да, бородач говорит, что-то топливное не работает нормально, не тянет. Олег так скучал, что даже не выходит. Компрессор за бородачом? Да, он не может. А, я думал, за бородачом скучал. Он даже не выходит из него. Ты представляешь, Руслан, в Discovery можно понизить повышенную передачу раздаткой. А, ты говорил. Были один к одному. Один к шести, ты говорил, даже были. Один к двум, один к четырем, и 130-й Defender там были. Пикапы, один, да? К шести, представляешь? Да, ну не, ну машина серьезная. Вот это только тяги тонкие мне не нравятся, можно и полуоси. Парами, и редуктора. Парами, ну, это как бы стандартная, типа. А там есть компании, те, которые... 11 машин. Было 13. А сзади еще одна не посчитал? Так, куда-то мы движемся. В сторону танковой, наверное. Маршрут.
Маршрут хороший. Михалыч тут всем готовит, на заднем приводе подготовил всем дорогу. Олег кайфует на этом. Они перекинули коробку с раздаткой. От чего? От 105-ки. От 105-ки, да? Да, чтобы можно было выключать передний привод. Так. Так, а мотор же 606-й там? Да. Так, что тут, пробки опять попали мы, да? Тут такой мостик. Да, мы тут не ехали сегодня, да? Ага. Так, что тут происходит? Ну, хорошие места. Вон и Ланос даже есть. У нас тут, помнишь, Авео было на оффроуде? Вы были тогда? Да. Сегодня Ланосы. К мусоросжигательному заводу едем прямо как-то по прямой. И на танковую. Кстати, тут плохо ж на такого-то директора Макдональдса к оффроуду привлечь. Тут понижение идет заводское где-то 3.8-3.6. Да? Да. Кто тебе сказал? Это не может. Это человек рассказывает. Получается, когда... Да надо посмотреть технически где-то. Занижает повышенную передачу, она передается и на пониженную тоже. Понял? Если да, я понял. 1.6 к 1, то это сколько, сколько процентов? 1.6? Да. Ну это нормально. 1.6 на повышенное, то на пониженное. Да я понял. Ну на 1.6 умножить. Двойка, 3.2 будет, если двойка, понял? Ну 1.6 плюс двойка, 3.2. А сток 3.8 идет. Или 3.6. Это еще плюсуется. Это сколько там будет? 6, не, ну понимаешь, тут V8 мотор. Ты про Defender говоришь, а Defender 2.5 дизельные в основном. Нет, все. Так на Discovery тоже 2.5 дизельные, эти же моторы. Ну я понял, но передатка у V8 и у дизельной, ну, явно разная. В смысле, у всех одинаковые коробки, да? И раздатки. Я же говорю, единственное отличие, это в раздатке вот это... Ну вот, так вот тут это... скорее 1.2 V8, наверное. Вот мы тут когда-то ехали, я узнаю уже дорогу. Сейчас выезжаем на улицу Коллекторную и двигаемся к танковой. Вот этот заводик, который портит запах людям, живущим вон в тех домах. Видишь, там бывает такой запашок хороший от него идет. Да, вот этот домов настроили, ничего этого не было раньше. Что это гудит так? Мы на пониженной. А, на пониженной идем. Дубасим, да, как взлетает точно. Глухие места. Вот тут будет дорога Ревутского, будет в Бортничи заходить прямо. Будет очень удобно. Есть генеральный план, но что-то его никак не осуществят. Мы думали уже к 2020 году это все будет. Но пока нету. Чуть непонятно, как сделают, говорю, про унимох. Это жестяк его чинить, конечно. Нет, все-таки на Коллекторную выезжаем, да? Какая-то очень длинная дорога, вроде как-то она была... Была короче. Или это она износилась просто? Мы долго, долго едем. Сейчас будет танковая. Опять он говорил, накачанные колеса. Перекачанный, да? Но он сам у него по себе такой перекачанный парень. Ну и Пашка такой подкачанный тоже был когда-то. Сейчас тоже уже не тот, конечно. Так, ну вот вся наша колонна красивая. Нива-клуб уже с нами практически. В полном составе. Не в полном, но частичном. Так, можете на ходу меня пересадить вот в эту Ниву, на которой я приехал? На этой приехал? Да. Нет, подожди, бежевая. Это бежевая? Это да. Не, бежевая с наклейками, вот она. Ну, она почти белая, да, можно сказать. Можно петь про нее, как белая Нива, да, песню? Не знаю, на мой. Только ж
чтобы YouTube не забанил. Белая Нива, белая Нива. А ты знаешь, что YouTube начал банить за... Если сам поешь? Да, если ты поешь чьи-то песни, он тебя банит. Так это и раньше было. Это же авторское право, песню ж ты поешь. Нет, если ты, ну, это ж твой голос. Да, да нет, ну песня-то не твоя. Ну, да, изобретай свою и пой, нет вопросов. Давай что-то свое, или не будешь сегодня? Пропускаешь это, сегодня? Это отец у меня. Поет? Да. Целый концерт дает. Нормально. 70 лет ему купили фортепиано. А что, он умеет? Ну, да. У него музыкальное образование? Сестры у моей старшей. Да мы с тобой только ломать что-то можем. Та, что на Камчатке, у него консерватория называется. Да? Да. Ёлки, сейчас вправо танковая сразу заезжаем, наверное. А так, вот как раз ты хорошо, что ты за Нивой. Опа, и сразу танковая, друзья, вот это день. Это четко все. Макс, понижаечку, хоп. И полетели. Discovery первый. Так, следы танка, да, есть? Я вчера показывал. Смотрите, лужа эта не рассосалась до сих пор. Вчерашняя. Так, ждем, чтобы все собрались. Там ох, танк. И хорошо там. Танк, Руслан. Танк впереди. Ё-моё, подожди, выпускай меня. Быстрее. Танк впереди, друзья. Да, вот такой... Такая встреча шикарная. Т-72, наверное. Сейчас спросим у ребят. Они-то точно знают, на чем они едут. А танкам вообще-то уступать надо или нет? Давай где-то слева прижмемся, чтобы у него был проезд. Танк идет вообще шикарно. И мы навстречу. Омывателя нету, да? Да, неожиданная встреча, да? Так, друзья, вот это номер. Бородач Маша говорит, я тоже с бородой. Я почти танкист. Так, а наши пошли. Танк ушел. Как он там асфальт пересекает, интересно. Да, вот это номер, да? И чуть-чуть бы позже и не застали бы. Что, мы проедем? Сейчас будем как-то маневрировать. Да не, ну блокировка есть, шины смотри, есть. Смотри, разворачивался. Ага. Подготовили нам дорогу там. Да, молодцы. Думают о людях. Да, классно. Я тут вообще-то привыкла на УАЗе ездить. Да я тоже. Discovery я прям переживаю немножко. Да нет, тут по краю можем дубасить спокойно. Тут ЛАНОСы даже ездят. Глюня от нас не оторвался, главное. Да? Или он от нас не уйдет? Это Леня. Нормально идем. Так, Леня, подожди. Леня, что-то у него возникли небольшие проблемы.
Не, нет проблем, просто показалось. Не, ну хорошая танковая сегодня. Во всей красе. А УАЗик слева тут стоит, да? Да, Витя звонил, говорил, если будете на танках, скажите. Да, он Михалыч там отжигает по полной программе. Да, сейчас бы квадрокоптер, да, запустить красиво. Эту банду снять все. Редкие тут, правда. На танк мы приехали. Discovery идет. Discovery четко идет. С новой блокировкой. Не, ну прям я чувствую, что она чуть лучше начала ехать. Не, ну так конечно два колеса толкает. Подхватывает. Да, так, ого, тут водички набралось. Посмотри сколько. Ой, я. Ну ты прям сердце. Да нет, расслабься вообще, получай удовольствие. Что, на очку это лишь? Ага. Что-то не очку, надо. Дельфин же с нами. Он, если что, нырнет и всех вытащит. Да? Да. Я просто на УАЗе не боялась. На УАЗе не боялась. Здесь сидишь, блин, 2 метра над землей. Я раз боялась, когда у нас, помнишь, было ледяное тут. Во льдах, когда мы на Баку тут. Вот это место подъезжаем как раз. И когда мы вот сели конкретно на... Так, ну. Патрол столько. Вы намокли просто. Там не застрял. А там мои ботинки в ней. А он первый раз, да, на... Потому что он говорит, а что танковое, что там ждет нас? Или он уже был? Ну я не помню. На Ниве он не был. Он может и не был. Так. Что у него не получается? Назад что-то. Ну что-то дергается, смотри. Да, что-то дергается, да, ну. Тяжело. Тяжело. Подожди, Макс, не дергай. Или поедем спасать? Да нет. Блин, красивое место. Сколько здесь машин полегло, да? Рубикон, включай Рубикон. Здесь Леха на боку лежал. А где Лехи вообще? Вот тут на боку. А что они уже не ездят? Лехи, все, не выдержали гонки оффроудные. Дорого. Это только для богатых. Для очень. Для очень богатых, да. Я на горбуны уже перехожу, видишь? Ухожу в ретро, наверное. С оффроудом сложно уже. Это так ценится. Ретро? Да. Посмотри, он не сдается, ты посмотри. Угу. Что делает? Ёлки, что выйдет, что ли? Наверное, он накопал просто себе. Ну да, он себе яму и теперь пробивает эту яму. Да, выезжай. Не. Почти. Да. Смотри, он цепляет. Да. Ёлки. Он на АТ-шке 28-й, чтобы вы понимали, на этой Ниве. Ух ты, смотри. Красавчик просто. Это фантастика вообще. Посмотри, уже фары под водой, блин. Дубасит. Ух ты, смотри, смотри. Перепрыгнул, да? Ага. Перепрыгнул, там что-то или бревно может, или... И все. Не, и яма. И повис, да? Повис, да? Или нет? Сейчас попробую. А ну назад. Не, все, не назад, не вперед. Ну, сейчас Паша подтянет его. Это перед ком уперся, видишь? Угу. Все равно борьба была. Это круто, все равно. А, там. А это у него опускается заднее, да? Стекло. Угу. Что, не может сдернуть его? Ну да, есть. Рома следующий. А, и может теперь через то место ехать? Ну, может чуть левее, конечно. Может чуть правее лучше. Правее? Ну, цеплять по обочине одним колесом или нет? Наверное, чуть левее будет у него. Сейчас глянем, пока что стоим. Оно как-то там глубоко и там глубоко. А вот, типа, вот когда на выезде, надо чуть левее брать. Ну, я так планирую поехать. У тебя колеса больше Нивы, конечно. У тебя редуктора больше.
Ромы ж тоже нету. О, видишь, вот. Все. Все, да? Угу. Тоже место. Туда же нырнул и повис. Вот, надо вот сейчас левее брать. Левее? Думаешь? Я бы, может, правее лучше. Он прямо дубасит, да? Продубасил. Пробили? Да, да. О, пробил. И что, завис? А нет. Там, наверное, раскорячка, да? Блокировок нет? Нет. Да, все. Раскорячка, но ага. Зацепился, да? Да. Так, патрол. И мы за ним. Патрол. О, вот бревно, видишь? Плывает. Да, но думаешь? Не, ну патрулю легче. Ёханый бабай, вот оно. Понял, что мешает там бревна? Оно так и видно было, что. Слышь, где-то плывет с нами вместе. Да, да, слышу. Стучит. Yes. Сильно я не газую, чтобы его надуло. Да. Телефончик. Ох, нивы там дают, слышишь? Что, за нивами или тут? Ну, давай посмотрим, что тут. Он, смотри, что он там делает впереди, елки. Подъедь к ним ближе. Ну, Ромыч подремонтировал, так она повеселее заработала. Пар валит какой. Что там такое у него? Не, нормально. А что сзади, посмотри? Сзади стоят. Поехали. Да, красиво нивы идут. И Грейтвол их ведет. После танка, да? После танка, да. Мне кадры вообще как-то. Шикарные кадры, да. Пар еще этот вообще шик. Почему танковая, да? Да. Ну что, Влад будет ехать? За долгие годы второй раз мы только встретили. Ну, первый. Танк. Влад, что там у тебя случилось, прием? Задом возвращаемся? Да, не думаю, тут разворачивается. Давай я вас с улицы сниму. Или мы далеко? Там грязно, чистую. Я в сапогах, а. Да уже все. Так, возвращаемся. Я по камере еду. Пойдем сходим? Да. А как ты? Макс, попытка переехать на другой берег танковый. Пой песню. Про берег Дона. По Волге я катался на пароме на москвиче в далеком 94-м по дороге в Ижевск. Едем, раз и в Волгу уперлись, прикинь. И дорога, еще едем, так мало машин, и потом уперлись в паром. Попал шланг. Да, я дам недорого. Сиденья хорошие, оригинальные какие-то. Транспортеровские, похоже. Не. Что у нас сейчас? Патрул против Discovery. А, стой. Да. Дверь открыта. Посигнали ему, посигнали. Влад, дверь открыта. Сзади, сзади. Задняя дверь открыта. Не слышит. Нет, она по-другому. Нет, или это первая захлопывается. Видел стекло? Какой? Не, что-то там неправильно. Бородач на заднем приводе. Да, там попала какая-то застежка. Все, дельфин закрыл.
Ну, бочком нормально. Не так страшно, Зин? Да, что-то на тебя не похоже. Да, бесстрашная мать. Да. Двоих детей. Да. С детьми в салоне. Мы с Максом ни разу не рожали, да, Макс? Нет. Ого, нас сбрасывает. Да, танковая четкая сегодня, да? Вообще такая правильная просто. На редкость. Слышь, тут как-то мы с тобой дальше друг от друга находимся, чем да. Арбатом. Чем в Арбатом, да. И чем в Залупазле. Смотри, смотри, что творит. Переход. Переход. Ну можно, да. Нам легче, у нас шины держат лучше. Не вот такие полуслики, как для этой местности. Ну молодец, идет четко. Трехтонный патруль. А? Хотя он стоке 2800, да, он только резина. Ну да, у него, считай, стоковый патруль, ничего. Ничего особо нету. Резина только и все. Величина. Смотри, подрезает нас этот Дед Мороз, подрезает. Ты видишь, что делает? Пользуется этим размером колес. А он какой-то мужичок у него вверху, видишь? Ага. Это мы его видим, да? Да. За него. Да, давай. Так. И что тут дальше? Что-то все стали на асфальт. Не все, но многие. Дальше там многие не готовы. Ну там краями можно ехать. Мы же на Ниве Белой ехали. Я проехал это. Да я думаю, надо ехать. Батя, проезжай. Я не знаю, что люди там приехали. Может, уже не ехать или что? Не, поедем. Там же кардан наш лежит. Бородач поехал. Так а что, вообще никто не едет? Мы тоже тогда. Втроем. Да мы тоже не едем. Не поедем? Да куда? По краю можно ехать. Разве что там. По краю там, можно. Там можно поехать. Параллельный. Блин, она нахера? Такой он жадный стал после праздников. Снега не было. Снега не было. Просто какая-то катастрофа. Все очкуют. Леха, ну елки, у тебя 35-й сильвер. Леха, ты чё? Леха, не. Смотри, смотри. Там в конце танкова есть машина времени. Мы тебя вернем потом в прошлое. Ты ничего не потеряешь. Но нам кардан надо найти, я не могу на УАЗе выехать. Сейчас застрянет, я на него посмотрю и свою. Ну, директор. Ну, здесь сейчас застрянет. Леня не застрянет. Не, ребят, там я ехал вот совсем недавно. Прошла. Ну, в общем, я ехал на УАЗе по краями можем ехать. Садись, мы сейчас по параллельной доедем, где кардан. По серединке можно, да. И пока если они приедут, мы... Да, мы поищем кардан.